Всем привет! Это «Жизнь после». Продолжаем играть Days Gone. Куда нам нужно вернуться? В лагерь обратно. Плюс тут у Копленда что-то есть. Охотник на мародеров. Тут тоже что-то есть. Охотник на мародеров. И также сюда вот посетить камень. Как вы со своим камнем уже, если честно, мне достали. Ну, давай мы сейчас сюда по-быстренькому переместимся. Хожу к этому камню зачем-то, если она вроде как жива. И не в том лагере вообще должна была быть. Очень странно. Это надо было в лагере себе сделать этот камень. Ну сядь ты, чё? Кто-то у ворот. Это радио «Свободный Орегон». Правда. Освобождай. Чего хотят Неро? Вопрос, чего они хотят. Ну, все взяла. Починить трансформатор нам нужно. Даже с запасом. Погнали. Наконец-то починим трансформатор и отделаемся от него. Она я смотрю, ты оживилась. Это свечка, Дим. Чего? Это банька. Есть поговорка. Чем проклинать тьму, лучше зажечь свечку. Последние два года мы только и делали, что ругались. Включим освещение в лагере. Это будет наша первая. Да, только есть одна проблема. И какая же? Свет привлекает всякий гнус. И найти тебя становится куда проще. Приехали! Черт, фрики! Я надеялась, тут никого не будет. Да ну, когда это нам так везло? Вот так. По три патрона в голову, охренеть. В этого все, два. Кажется, всех уложили. Чё ты ссышь? Не ссы компотом. Пригодится. Прорвёмся. Еще один трофей. Это трофей он с них... то есть, когда я убиваю, с них... Автоматом, что ли, трофей он собирает? Я чё не пойму. Лом всегда нужен. Да, вот это вот точно. Лом всегда нужен. Ну-ка, если подойду, он подберет ухо Рика. Нет. Видно, когда убиваю, он сразу автомата поднимает. Вот сюда. Сломано, да? Ну, чтобы все починить, мне нужно влезть вон туда. Ты раньше такое делала? Нет. Но все когда-то бывает в первый раз. Да, током шибанет, ему мало не покажется. Ну, готов? Ага. Раз, два, три! Мне уже нужно будет нажать. Если свалишься, я тебя не поймаю. Ну, спасибо. Буду иметь это в виду. Ух ты, мелкопакостный, вроде. Черт, шакалы. Сейчас. Дик. О. Я пытаюсь. Да твою мать. Давай, давай, давай. Капец их тут. Вы бесконечны, либо? Вот так. Ты там нормально чинишь? У меня патроны-то не бесконечные. Где-то еще слышу. Гадина. Мелкая гадина, иди сюда. Готово! Я спускаюсь! Наконец-то. Ну, надо же! У меня патронов-то маловато осталось. Фух. Было весело. Да вообще не говори, все патроны потратил. Надо как-нибудь повторить. Скажу Шизу намотать тут колючую проволоку. Чтоб шакалы не лезли. Да, и эту почетную задачу он повесит на меня. Потерпишь. Так, надо еще кое-что глянуть. Дальше следующий, смотрим, какой вышел строй. Машина была, мне из нее до части достать не помешало бы. Там, по-моему, 10 максимум могу носить. Хотя, может, я прокачал там количество вот этих вот расходуемых материалов. Больше могу таскать, наверное, 15 или типа того. Ну, сейчас, может, посмотрим. А, 16 он даже взял. Неплохо. Так, а здесь мотоцикл можно заправить даже.
Но я думаю, что когда этот мотоцикл, мы сразу уедем. Так, больничка у нас полная. О, это возьмем. Ладно. Водить. Кстати, вот этих могу больше сделать. Эти не могу, не могу. Там ничего нету. Здесь что у нас? Коробка с гвоздями. Изготовление, в общем. Различных там ловушек. Расходничок годится нам. Вот здесь можем скрыть машинку-то. Бензинчик. А тут что? Показывает, что что-то есть. А, вот это я не скрыл. Кстати, показал, что на заднем сиденье лежит. Сколько я максимум могу взять? 20, наверное. Плюс 4 лома. А, нет, ничего там не лежит. Сейчас погнали отсюда. Ты можешь быстрее бежать? Бежит еле-еле, плетется. Ну, твоя жена. Что? Откуда ты? Нетрудно догадаться, Дик. Ты потерял жену в лагере бешенцев, к северу от Белнапа. И тут вдруг эти вертолеты появились. Ты надеялся на что? На чудо? Что она с ними? Вроде того. Но ее там нет. Нет. Мне жаль. Слушай, давай просто не будем об этом. Ну ладно. Ух ты, все уже в курсе. Почти готово. Отсюда у нас запитан весь комплекс. Я тут включила автомат, чтобы не закоротило. В общем, можем начинать. Так. Ну все. Слушайте. Будете работать и днем, и ночью теперь. Итак, у нас тяжелый месяц. Да уже не один. Не хватает еды, медикаментов. Да почти всего. Но кое-чего у нас в избытке. А без этого остальное, считай, бессмысленно. Воды. Я говорю о доверии. Не так давно в наш лагерь прибыли двое номадов. Кто-то хотел гнать их в шею, мол, и без них тяжко. Кто-то говорил, им нельзя доверять. Сегодня вы увидите подтверждение моим словам. Нам нужны все люди. Нам нужен любой человек, кто хочет быть с нами, кто хочет работать, кто готов помогать нам строить. Врубай. Уже несколько месяцев Рики упорно трудилась, но задача сложна для нее одной. И благодаря Намаду сегодня у нее получилось задуманное. Все же мы не зря дали ему шанс. Сегодня мы сделаем еще один шаг из тьмы к свету. Врубай махину. Спасибо, спасибо. Пока. О, стоп. Что случилось? Ерунда. Ну-ка, идем, Кэдди. Что там у него? Ранили эти мелкие утырки. Это ведь она на фотографии. Да, это моя жена. Глупый вопрос. Прости, Дик. А, не извиняйся, она... Она умерла уже давно. Все равно это тяжко, когда вот так появляется надежда, и тут... Не знаю даже, я бы... Хотела тебе как-то помочь. Есть способ.
Какой? Замолчи, пожалуйста. Хорошо. Ну иди, чего ты тормозишь-то? Прикольно теперь со светом тут. Может, и днем работать. Эдди? Эдди! Но свет горит. Да нет, я здесь. Эдди, ты тут? Ну, раздевайся. В каком смысле? Снимай шмотки, садись на стол. Да там ерунда. Дикон, ты хочешь как бухарь? Угу. Я, конечно, просто инженер, но это совсем не значит, что я не обработаю порез. Да, глядя на то, как ты любовно поглаживаешь. Наконец-то волосы его показали, а то он в бейсболке, да в бейсболке. Вот сейчас будет больно, но немножко. Готов? Зашивать будет, походу. Ай, блин, слушай. Серьезно? Нет, давай уж лучше дождемся Эдди, а? Потерпи. Ну, я скажу, что вот порог терпимости у мужчин меньше, чем у женщин. Так говорю, что мужчины боль терпеть могут меньше. Чувствуют боль. Лучше, чем женщины. Надо же. Ты правда был на войне? Да, и не на одной. Черт, точно. А это откуда? Афганистан или мотоклуб, или после? Я уже не помню. А это откуда? Рики, я слышал, что Эдди не любит всяких вольностей на своей территории. Да, я тоже слышал. Ну, а это? Фу, Рики. Это подглядывает. Дик, я не замужем. И чё? А у неё жена есть. Ясно. Тогда давай ты придёшь завтра, и Эдди тебе скажет, что я всё сделала на совесть. Рики, я... Да всё... Всё нормально. Рада помочь. Ты знаешь, ты как-нибудь зажги свечку. Иногда бывает очень темно и холодно. Шаг из темноты. Блин, дофига еще нужно, чтоб... прокачать лагерь. Деталька какая-то там. Наклейки нам дают, они нам нафиг не нужны. Пас, на самом деле. Как бы не совсем интересно. Вот это что тут есть, кстати. Я что-то не видел этого. Джонни, ты не представляешь, как он по тебе скучает. Тикс, еще на заданице. Вот она, если нужно. Ему нужно излечить душу, это этому. Опять с ним, с бухарем сейчас какие-то проблемы. Опять он куда-нибудь убежит, уйдет, еще что-нибудь приключится. Начнет бычку включать свою. Немножко раздражает. Так, зашел. Эдди. Дикон, чем могу помочь? Я насчет бухаря. Что с ним? Ничего, просто... Короче... Он не болен, просто не знаю. Ну, я же говорила, привыкнуть будет тяжело. Препараты у тебя есть? Антидепрессанты или типа того? Нет. Откуда? Ясно. Стой. Слышал, он в драку полез. Потому что какие-то сволочи убивали собак. Да, из-за этого мы с ним чуть не погибли. Ну что ж, вот тебе и ответ. То, что мы чуть не погибли? Слушай. Что Уильям любит так сильно, что готов рискнуть жизнью? Ему теперь не тело лечить нужно. Душу. Ему нужно излечить душу. Понял.
Спасибо, Эдди. Ему нужно излечить душу. О, неплохо еще дали. Итак, у нас получается здесь основного задания нету. Здесь нету. Только такие. Задания трофейные. Ну, погнали сейчас трофейчики раздобудем. В принципе, ну, хотя оружия у меня не так много. Давай продадим тебе. Слушай, говорят, ты ищешь эти черные вертолеты. Неро, так? Ну-ка, ты откуда знаешь? Кажется, вчера я видел один. Да? Чушь, говорят. Плевал я на Неро, на их вертолеты, вообще на все. Извини, что ж ты такой злой? Я же... Это не я злой. Да проехали. Жизнь такая. Ну ладно. Ладно, пока, Тик. Здесь и монтировать. Где там можно? Там туда. Туда миско сдать. Ну поехали, сходим. Я вот все думаю про фриков. Вот чувак похож на фрика. Ходит как фрик тут, ошивается. Мотоцикл можешь хочешь угнать. Продать все. Пока все. Что это? Запах просто жуткий. Не нравится? Не жри. Не нравится, не жри. Что не за тухляк там какой-то готовит. Нормальное мясо испоганили. Ну давай возьмем сейчас задание вот этого. Так, поговорить с Рики. Так я здесь. Я ща поговорю с ней. Двупёсый вернулся. Что? Кто такой? Где? Скажи, где он? Я его спугнула. Джереми погнался за ним. Да, я пыталась его остановить, но... Твою мать, где Рики? Джереми проследил за ним до старой лесопилки. Похоже, что двупёсый прячется в заброшенном лагере Неро. Ладно, я с ним разберусь. Что за двупёсый? Я хочу, чтобы ты принес его нож. Что? Тебе нужно доказательство? Начинается. Хорошо, ладно, да, как скажешь. Сходи, убей, принеси. Кто знает, скольких людей он угробил. Да, я понимаю. На самом деле, можно было эти вот задания необязательные, отдельно как-нибудь. Если хочешь, выполняй, хочешь, не выполняй. Основную сюжеточку там... По порядочку. Шла бы. А вот это вот... Сюда переместиться можно? Кстати, можно. Это хорошо. О. Я на лесопилке. Иду за ним. Осторожно, Дик. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Тут базар откуда-то идет. Ой, мне надо. Так, еще один где-то микрофон. Там он где-то орет. Я там пройду хоть. Сейчас фрики сбегутся, ну нафиг не нужно, надо его выключить. Ё-моё, чё за забор такой, блин, перелезть нельзя нигде. Какого лешего. Где ваша балаболка-то? Я слышу, там уже орут. Ага. О, нифига себе. Не-не-не-не-не. Да идите. Охренеть, сколько у вас тут. Пошли вы нафиг.
меня уже ночью кончался. Вы же днем должны спать, роды. Вот это задание. Вы что, с ума сошли? Чует меня, что не поймут. Нифига себе. Какого лешего ты застрял тут? Вы издеваетесь. Ну и как с ним бороться с такой толпой? Какого хрена они не спят днем? Я приходил. И все за мной, да? Зашибись. Так, там кто? Дикон, слышишь? Да, Эдди. Один из моих пациентов услышал, о чем мы говорили. И он вроде знает, где можно найти здоровую собаку. Так, я слушаю. К югу от Кэмп Шермана был небольшой пансионат. Ну, кучка хижин в лесу. Ты его знаешь? Нет. Это если ехать по Сантиаму, по той же дороге, которая ведет к лесопилке. И Рики сказала, вы с ней ездили туда, смотреть на Орду. Это когда вы поехали на целый день, типа к плотине. Да-да, ладно, я понял где. Убийцы и воры, все до одного. Сколько вы за сегодня уже прикончили? Не успел спасти чувака, жалко. Элкай, ты меня слышишь? Нет. Элкай, прием. Не слышал, не хочу тебя слушать. Черт, кто-нибудь найдите его. Посмотрите у раскопа. Я на лесопилке. Иду за ним. Осторожно, Дикон. Помни, что... Что здесь хреново туча фриков? Забудешь их. Да. Спасибо, отбой. Я уже их встретил, еле оторвался от них. Ну, двупёсый, где ты прячешься? Заново опять его искать. Черт, патронов мало. А че это он упал? Вроде я не убивал его. Ага. Туда, говорит. Не перелезу, не пройду. Ну и где тут? Что тут? Ну тут можно что-то взять.
Здесь спрятать можно аптечку. Мне нужно. Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь случилось? Что это за вонь? А, ну да, ты же новенькая. Они включили вигвам-топку. Что-что? Вигвам-топку. Вон, видишь? Вон она. Выглядит, как огромная ржавая солонка. Ну, я ее уж точно чую. В 60-х в таких сжигали опилки. Они работали 24 часа в сутки. Как миниатюрные вулканы. А теперь сжигают трупы. Я думаю, это последняя партия из фаервола. Они ее вырубают. Нас перекинут к захоронению в Айронбилд. Ну, хоть вонять так не будет. Будем надеяться. Нет, сжигают трупы. Поэтому воняет. Ну, вот сюда мне показывают, что я его уже смотрел. Он почему мне скинулся. Давай посмотрю его. Вылазь, паскуда. Так, он туда ушел. Здесь топливо. Тряпка. У меня же дофига и тряпок, и топливо. Это он убивал этих фриков тут. Ушел, походу. Я с тобой никуда не пойду. Понял? Вот он где. Двупёсый! Бежать тебе некуда, братан! Братан. Брат, братишка. Хейтеры накурили. Куда он убежал-то? Туда. Где-то там, наверху, походу. Найду тебя, гад. Лестница, когда от них убегать, наверное, было. Туда он побежал. Так легко было с ним расправиться. Тут я что пришел зря. Короче, потихом пришел. Идите нафиг. Бегаешь, говнюк. Все, добегался. Будет он за мной бегать тут еще. Ну все, обратно уходим. Как я легко его выследил, убил. Что это такое? Это радио, будильник. Мотоцикл-то я бросил, сейчас на мотоцикле поедем. Патронов-то вообще нету. Так, патроны готовить вот эти вот. Ну вот, теперь можно вернуться к реке. Зима. О, бензин кончился.
Уходи с дороги! Это плохо. Да, это плохо, потому что бензин кончился. Элкай, ты меня слышишь? Нет. Элкай, прием. Черт, кто-нибудь найдите его. Посмотрите у раскопа. О чем она? Такер, вот уж по кому я не скучаю. Докатился. Нормально. Повезло. Бензин кончился, но я докатился. Заправим потом. Давай патрончик. Как поживает лучший охотник за головами? О, боже, Дикон. Я слышала, что это ты включил освещение. О, спасибо. Да? Ну так тебе набрали. Это все Рики. Ее и благодари. Там стрельбы. Рики? Я готова ее расцеловать. Кстати, это дальность. Урон. Дальность совсем маленькая. Ну, что-то оружие мне какое-то. Ни одно не нравится. Ну, вот это может быть, хотя урон хуже. Припасы. Купим. Купим. Ага, хорошо. Пожалуйста. Особый глушитель, что? Особое оружие какое-то, не знаю, у меня нет. Пистолет, винтовочный вот мне нужно. Ладно. Гранаты. Ясно. Накупил все, что нужно было. Заходи почаще. А тебе продадим все, Дикон, что... Дикон, рад видеть. Привет, Джо. Дик, пока. Пока. Такой пока. Вот его нож. Слава богу. Когда Джо Хеслин узнал, что он вернулся, он был в ужасе. Ох, я так рада. Да. Ну, до встречи, Рики. Ага, сколько людей он угробил. Нормально так. Так, это получается у меня следующий уровень дадут сейчас, да? Здоровую собаку найти. Рад тебя видеть, Дик. Как дела, Бас? Погоди. Заправить. 400 сейчас баксов заправить будет. Полностью. Обалдеть. Двигатель нет. Глушитель нет. Это третий требуется. Третий. Лады. Так, мне дали там, по-моему, навык. Заходи еще. Сейчас посмотрим, да, очко навыков. А, то есть навык уровень 21. Вот это... Чего ж бы мне качнуть-то здесь, не знаю, есть смысл. В рукопашке что-нибудь прокачать бы. Орлиный глаз... Лома меньше трачу. Второе дыхание. При малом запасе здоровья. Пристальный взгляд. Больше растений собирать я могу. Но нужны они мне вообще, спрашиваются. Ну, давай вот это вот сделаем для быта. Пятый класс доступен. А что тут в пятом классе? Алхимик. Вот это мне нужно будет, вот это потратим. Отлично. По заданию основное здесь задание, да, сюда ехать. Собак найти. Это тут. Охот на мародеров, не знаю. Будет время, может, бегаю. Есть охрененные товары. Да, может быть, есть. Так, нужно 25 тысяч, у меня 9 тысяч только. А кто открывает ворота? Кстати, автоматически. А, у них свет же появился, у них и ворота теперь автоматически открываются. Точняк. Догоним или не догоним? Радуемся, что
Гоним. Руки тянутся к небу. Вон там что-то было. Лагерь бандитов. Сборище головорезов. Сколько засад вы устроили на этой неделе? Пес должен быть где-то здесь. Должен. О, круто. За оленем бегает. Побежал. Иди сюда, псина. Где ты там? Псина. Возьмем растение. Где бы я жил? Я их слышал. Она где-то рядом. Да, он в будке, наверное. Вот она. Ух ты. Как классно оленя-то я прибил. Повезло. Не пропадать же мясо. Конечно. Ух ты, гад. Да стой ты, лось. Готов. Мясо нам нужно. Так, моя стрела. Болт годится нам. А что тут в этом домике-то? Заперто. Кыш, мародеры там. Не идет. Да я понял, что не идет. Никак не пробраться туда. Ну и нафиг не надо. Так, собак давай тут. О, блин. Молчать. Там еще один олень. Кстати, а у меня есть что? У меня мачете моя. Вот это получше будет. Возьмем. Чего? А. Да вон она там. Щенок практически, лянь. Ничего себе. Эй, дружок. Привет. Как поживаешь? Иди сюда. Прикольный песик. Дружок. Привет. Надо бы поесть им что-нибудь дать. Он голодный. Миска им дай. Вот так. Привет. Давай, иди сюда. Иди. Ладно, ладно, ладно. Охренеть. Хватит. Хватит, хватит. Ладно. Будь по-твоему. Собака друг человека. Ладно. Прикольный песик. Эй, а ну давай просыпайся, лентяй. Я что-то не понял. Это что? Подарок. Черт. Ух ты. Привет. Как дела, малыш? Эй, куда? Ну куда? Погоди, погоди. Откуда ты взялся? Я ни при чем. Да-да-да. Эй, ты пить хочешь? Давай. Нальем тебе воды. Хочешь водички? Поесть бы ему. Щенку бы этому. Щеночку. Все. Бухарь размяк. Типа не заходи. Будь по-твоему. О, неплохо. Смысла жизни есть у него теперь.
Мотоцикл у него тут. Кстати, а что тут на пробел? Что это значит? Я могу взять... Дик, ты меня слышишь? Надо встретиться. Слышу, да. Чего тебе надо? Я занят. Слушай, я знаю, ты пытаешься помочь лагерю, а я хочу помочь тебе помочь лагерю. Я буду ждать тебя у дома. Конец связи. Ну. Помочь он хочет. Ну, смотри мне. Помогатор. Попытка помочь лагерю. Ладно, продолжим в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Все уведомления там. Всем удачи. Всем пока.